Амала – это небольшое село в Тушети, горном регионе на северо-востоке Грузии. Эта местность известна своей живописной природой, уникальной культурой и традиционными грузинскими деревнями. Тушети славится своими высокими горами, глубокими ущельями и зелеными долинами. Амала, как и многие другие деревни Тушети, сохранила свои древние архитектурные особенности. Дома здесь построены из камня и дерева, а крыши покрыты черепицей. В деревне можно увидеть сторожевые башни, которые использовались для защиты от врагов. Эти башни являются характерной чертой архитектуры Тушети и придают местности особый колорит. Одной из главных достопримечательностей Амала и всего региона является национальный парк Тушети. Это одно из самых красивых и диких мест в Грузии. Здесь можно встретить редкие виды животных и растений, а также насладиться потрясающими видами на горные пейзажи. Для любителей активного отдыха в парке есть возможности для пеших походов, конных прогулок и кемпинга. Из-за своего удаленного расположения и труднодоступности Амала остается нетронутым массовым туризмом. Дорога к селу проходит через высокогорный перевал Абана, который открывается только в летний сезон. Это добавляет Амала особую атмосферу уединенности и спокойствия.